Дорогие друзья, с вами Лего Стар, и это мой видеообзор на набор из серии Лего Звездные войны. Артикул этого набора 75015, название этого набора Дроид Танк Альянса, год выпуска этого набора 2013 год, и розничная цена этого набора 1399 рублей. Можно сказать, что 1400 рублей. Что ж, давайте перейдем к самому набору. Инструкция. В правом верхнем углу инструкции изображен артикул. Как логотип у нас изображен Лего Звездные войны. И как дизайн 2016 года у нас Йода. И на лицевой стороне инструкции у нас то же самое, что на лицевой стороне коробки. Как вы можете заметить. На второй страничке нам тут показан такой маленький комикс, где показано, что у нас собирается по пакетам, тогда мы не запутаемся. На третьей страничке у нас начинается сборка мини-фигурок. На четвертой страничке мы ее заканчиваем. Сборка мини-фигурок. Потом на 5 страничек у нас начинается сборка танка. Потом хочу еще показать, что почти на каждом листе есть такая печать, принтованный угол листа. Но в «Звездных войнах» такое встречается, но не на каждой страничке. То есть один принт и потом через кучу страниц. Не так, как в «Лего супергероях». Лего супергероев там почти на каждой страничке принт. То есть, как я говорил в своем обзоре на набор 76014, я убедился, что в «Звездных войнах» принт не повсюду, не на каждой страничке. А вот в супергероях почти на каждой. То есть, я был прав. По-моему, прав. Значит, заканчиваем сборку мы на 56-й страничке. Нам показывает весь наш набор. Готовый мы его собрали уже, весь наш набор. Потом идет перечень деталей, сколько их должно быть, как они выглядят. Потом у нас тут код. G15F13. Введите этот код на Lego.com Star Wars. Также вы можете посмотреть, введите этот код, и вы сможете посмотреть мини-эпизод «Хроники Йоды». Я все эти коды ввел. У меня есть все эти коды, не спрашивайте откуда. У меня есть все эпизоды, также вы можете скачать эти эпизоды с этого сайта мини-эпизодов. И также на этом канале Lego.com Star Wars вы можете посмотреть все наборы второго полугодия 2016 года. В общем, все наборы 2016 года. 2013. Дроид Танк Альянса, Орден Паук, там и все такое. В общем, вот, на задней стороне инструкции у нас изображен «Орущий пацан», рекламка в игре «Набор Лего». Может быть, в каком-нибудь из своих обзоров я вам покажу все коды, высветятся на экране, и вы сможете посмотреть все мини-эпизоды. Что ж, давайте перейдем к мини-фигуркам. И первая мини-фигурка, наверное, из-за которой все хотят купить этот набор, так, это «Джанго Фетт». Правда, очень клевая мини-фигурка. Конечно же, я не из-за этой мини-фигурки брал этот набор, а из-за всего, так как тут есть много полезного чего. Например, вот этот танк, улитка, будем его так называть, клон, которых я собираю, дроид новый, которых я тоже собираю, и клевый наемник, охотник за наживой, Джанго Фетт. Давайте сравним его сразу с мандалорцем простым. Значит, шлем у них похожий, только у него темно серых цветах выполнен, в отличие от этого такие блестящие серые. И джетпаки точно так же выполнены. Также форма у Джанго Фетта круче, чем у мандалорца простого. Ну и вооружен мандалорианец, в общем, таким вот простым бластером. А Джанго Фетт у нас вот такими вот бластерами вооружен. Ну, в общем, такое было сравнение. То есть, что я хочу сказать, что это мини-фигурка выполнена хорошо, но бластеры у нее, то есть они не идут в такой мини-фигурке. Могли бы придумать что-нибудь пооригинальнее, не засунуть ему эти краники в руки. Значит, потом у них такие тут крепежи для его бластеров. Также вот такой вот пояс с всякими, наверное, гранатами. И такой вот клевый шлем. Также визор, антенка, которая может так вот
так вот регулируется по-всякому. Также в этом наборе был пакетик с визорами. Всякие различные визоры. 4 вот таких вот, которые для клона. И 4 антенки. Ну, в общем, и для клона, и для Джанго Фетта можно использовать эти визоры. Ну и, в общем-то, сейчас уже будем заканчивать эти фигурки. Такой вот у меня шлем. Клевый шлем, я вам хочу сразу сказать. Мне нравится. То есть, круто выполнен, круто детализировано, круто все сделано. Такое вот у меня лицо у Джанго Фетта. То есть, похоже на лицо Боба Фетта. Хотя, может, такое и есть. Но, мне кажется, немножко жирным слишком шрифтом прорисовано. Хотя, по-моему, такое и у Боба Фетта. Я точно не помню. Потому что у меня в фигурке нету этой. Так просто. По своим воспоминаниям. В общем, можем снять голову Джанго Фетта. Снять его джетпак раньше. Так вот он выглядит. Тут есть ракета. И сзади тоже есть такой принт. Эти принты они отсвечивают на свету. И вот тут как бы все круто детализировано, как в фильме. То есть в фильме он сюда крепился ранец. В Лего сделали вот так, чтобы он на шее девался. То есть круто сделана мини-фигурка. Очень круто. Все круто детализировано. То есть обновили за 11 лет Джанго Фетта. И обновили они его в лучшую сторону. Конечно, так должно быть. Но все же, может быть, кто-нибудь сомневался, что его сделают хуже. Ну, а может быть, кому-нибудь нравится старая версия. Мне больше нравится новая. Ну, и по Джанго Фетту это все. Следующая мини-фигурка – это клон. Простой клон. Вот клон. Могу сравнить его, если хотите, с сержантом. Быстренько. Сержант, как видите, сержант отличается по красам, как и командиры и все остальные. Как видите, это простой клон. То есть, никто не сержант, никто просто простой клон. Но я думаю, все знают это, я так просто на всякий случай. Вот. Значит, не фигурка, а простого рядового клона. Так вот она выглядит. Мне они нравятся, конечно же, больше, чем клоны, сделаны в первой фазе брони по мультику «Звездные войны. Войны клонов». Мне по фильму, по второму эпизоду, клоны из Лего нравятся больше. Значит, вооружен вот такой вот пушкой. Похоже на винтовку, только она мощнее, и я забыл, как она называется. То есть, пушка помощнее для таких уже реальных битв, стрельб, всего такого. Вот, такой клон. Сзади тоже есть спринт. Впереди спринт. И шлем такой. То есть, круто детализирован тоже, как и должно быть. Такой шлем. Опять же, принт не до конца идет, но ладно. Легосы никак не могут решить эту проблему. Также хочу показать, что все-таки чем-то да похожи лица. Вот, например, клона. Сниму ему эту штуку. И у Джанго Фетта. Сравните сами, что похоже, потому что клоны, они как бы еще молодые. Джанго Фетт же был донором для клонов. То есть за 5 лет клон вырастает. Может, живет он 10 лет, я точно не знаю. Может, и потом через 5 лет умирает. То есть Джанго Фетт у нас как бы немножко уже старый. И если сравнить так Джанго Фетт, это считайте, что молодой Джанго Фетт, только без шрамов и с такой более удивленным лицом, без шрамов и без щетины. То есть, если чем-то да, с чем-то сравнивать, то все-таки-то похож, мне кажется, на Джанго Фетта молодого. Ну, а так, конечно, такого Джанго Фетта он не похож. Разве что бровями и, может, ртом немножко. Ну, в общем, меня поняли, что если молодой Джанго Фетт, то тогда сходство будет. Таким уже стареньким не будет. С настоящим Джанго Феттом сходства уже такого никакого почти нет. В общем, вот. Ну, клевая мини-фигурка. Может, кому-то покажет, что это не очень интересно, но я просто собираю армию клонов, поэтому мне эта мини-фигурка нравится. И вот, последняя фигурка, и третья в этом наборе, это дроид, сделанный по второму эпизоду, выполненный в светло-таких коричневеньких цветах. Значит, я еще хочу показать, что и на инструкции, и на коробке есть маленькая браковочка. Браковочка в том, что вот эти вот глаза у этого танка, улитки, они у него не такие желтые, а оранжевые. И что у этого джанозианского дроида есть такой рюкзачок. То есть, это маленький плюсик. Я тоже раньше не знал, что такое есть. Хотя я смотрел обзор Super Lego Man 4 4 4,
Но все же, как бы, все равно хотел добавить в своем обзоре, что круто, что есть дополнительные такие деталька рюкзачка. Ну, также, мне кажется, этот цвет под джиназианскую арену, оранжевенький, глаз смотрится лучше. Так, ну вот, такой вот рюкзачок, простая деталька, будем, это у них рюкзачок, такой вот, можно так сказать, у этого дроида. Ну, у него это рюкзачок, в общем, это не похоже, конечно, на рюкзачок, но это он и есть. И у всех джиназианских дроидов такие рюкзачки. Также вооружен простым бластером, и он такой же, как простой дроид. Давайте я приведу вам его сравнение. Вот простой дроид, как видите, тоже простой бластер. И точно такой же простой дроид, как и этот, если снять вот этот рюкзачок. Видите, они абсолютно одинаковые, только выполнен он в светло-коричневых таких цветах, в отличие от этого. Этот у нас такой беленький, беленький, вот, простой вроде. Простой, короче, дроид. Вот. Ну, в общем-то, все. Здесь у них фигурка. Попадается только в двух наборах. Но все же хорошо, что эти две фигурки впихнули в такие относительно, можно так сказать, дешевые наборы. Ну, 1400 рублей. 1399 рублей, почти 400. Ну, мне кажется, почти все смогут купить себе этот набор, позволить. Стоит лишь немножко только поднакопить, если у кого денег не хватает. Ну и давайте перейдем к самой главной части набора, то есть к улитке этой. Давайте уберу коробку, не мешать будет. Значит, вот, это улиточка, так приближу, общий вид ее. То есть она достаточно такая здоровая. Вот, достаточно у нас такая здоровая. Сейчас покажу общий вид, потом перейдем к функциям, и все. Значит, вот. Был общий вид. Также у него двигаются, теперь к функциям переходим, у него двигаются вот эти вот лапки, ножки, я не знаю, что это, она может благодаря им всякие препятствия преодолевать. Например, не знаю, такая вот штучка. И она же не сможет проехать, она просто не упрется. А тут есть такие специальные штучки, что она вот так вот преодолевает ее. Как она ее преодолевает? Потому что вот этот лапка у нее двигается, по-всякому регулируется. И она поднимается вверх, получается, и проезжает прям сквозь нее дальше. Вот. То есть вы меня поняли, я надеюсь, что сделано, мне понравилось, круто сделано. Такие у нас улитки появлялись во втором эпизоде. Нет, во втором и в третьем эпизоде, да. Но во втором эпизоде я ее не видел, так что, может быть, ее там, по-моему, и не было. Ну, в третьем эпизоде она точно появлялась, когда с кошелька с воды она вылезала, там прям видно было. Когда война на Кшиите была. Также у нее выстрелит ракеты. В общем, и есть запасная. Тут. Ну, сейчас нормально выстрелила. Вот так. Ну, в общем, я не буду их одевать, вы меня поняли. И с другой стороны то же самое. Также у нее вот эта вот пушка двигается. Палка. Ну, это пушка считается. И вот тут тоже пушка как бы. И стоишь с этой же стороны, то же самое, ракетки. И, ой, ну, в общем, и тоже запасная. Та же самая. Также у этой улитки, как у этого, у него двигаются глаза, так по-всякому. Можно и так сделать, и так, и вот так, вот, в общем, по-разному там можно их регулировать. Также у него оранжевенькие глаза, как я уже говорил, и вот эти вот антенки еще двигаются. С двух сторон. Так, ну и по глазам это все. Также она у нас ездит, то есть полноценный танк. Ничем он не обделен. Видите, хорошо все ездит. Все хорошо сделано. Нога от поверхности, конечно, плоховатенько ездит, но, в общем, он ездит хорошо. То есть на ковре или где-нибудь там, по дивану, он будет хорошо ездить. Ну и вот так вот он довольно-таки хорошо, мне кажется, детализирован. То есть мне понравился этот набор. Всем спасибо за просмотр. Это конец. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте и смотрите естественные видео на моем канале. Надеюсь, вам понравился этот обзор. Ну, мне этот набор понравился. Еще хотел сказать, что коробка у него какая-то длинная. То есть, давайте я уберу набор. И смотрим на коробку. Раньше такого еще моих обзоров, по-моему, не было. Я коробку показывал. Разве что такое в подделках. Мне просто не хочется на них уделять внимание.
так как для этого есть суперлегман 4-4-4-4. В общем, вот, что я хочу показать этой коробке, так как она длинная, мне кажется, то я привык, что коробки или квадратные какие-нибудь, или маленькие какие-нибудь, тоненькие, а тут она вот не такая какая-нибудь, не такая, не квадратная, она просто длинная, прямоугольная такая получается. То есть, я надеюсь, вы меня поняли. Что ж, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте и смотрите все остальные видео на моем канале. С вами был Лего Стар, и пока, увидимся в следующем обзоре!